Всем здорово, с вами Ваня, сегодня мы будем играть в игрушку под названием, даже в Радмир, в Радмир Самп, я даже не знаю, как это назвать, типа Сампа и Радмира. Сейчас будем проходить испытания. Так, короче, сдавать на права будем. Так, это у нас понятно, вот тут все нужно нажимать. Так, какой-то еще парень пробежал. Так, нам просто нужно все нажимать понятно и понятно, и еще раз понятно. Нажимаем. И последнее. Все, друзья, я думаю, что да. Теперь мы должны сдать экзамен на компьютере. Так, начнем. Я не понял, что типа сюда нужно зайти. Теперь выйти из этого. А, все, друзья, мы начинаем финальный экзамен. Так, заходим, нажимаем Alt и все. Заводим машину. Заводим. Эй. Что произошло? Так, заводим. Все, завели. Теперь мы едем больше 60 км в час. Мы не едем. И видите, останавливается при... Он нужен останавливаться при вот этим... Вот этом знаке стоп. И я думаю, на красный свет нам можно проезжать. Так, тут больше... Ну, 50 км в час можно ездить. Так что, друзья, не нарушаем, 50 км в час едем. Так, на красный можно ехать, потому что ничего тут не такое. Мы одну только ошибку совершили. Я думаю, что если мы хоть помнем вот эту машину, то будет очень плохо. И еще здесь я хочу себе купить машину. Всего лишь нормальная машина такая, как в GTA San Andreas. Знаете, Big Smoke была когда-то такая другая машина. До этой и с этой машиной я ее должен купить за 40 000. Пока мы проходим. Так, мне нужно смотреть на знаки, потому что нарушать мне эти знаки нельзя. Я буду чуть повнимательнее за знаками. Так, вот у нас видно знак стоп. Мы останавливаемся и видим в чат то, что у нас верно, типа, нужно остановиться. Это хорошо, что мы остановились. Так. Немножко я заехал на это, но думаю, мы не будем пока. Так. Теперь едем дальше. Дальше. Так, вроде где-то нам, наверное, мне кажется, уже близко будет. Отлично, все. Мы продолжаем ехать. Так, заезжаем сюда. Едем. Зеленый. Так, нам прямо, да? У нас знак стоп, так что, друзья, немножко поменьше едем. Продолжать. Видите, в чате у нас все, у меня только одна ошибочка. Я думаю, что это нормально. Главное, машину не покоцать. Это самое-самое главное. Так, опять же, знак стоп. И вон там уже финально, мне кажется, это будет. Потому что я вроде бы видел, как создают никого. Так что... Все, друзья, это финальные. Так, теперь экзамен подходит к концу. Выберите место для парковки инструктора. Доступные места указывают... Ага, вот, друзья. Да, нам надо запарковаться. Думаю, запаркуемся, конечно. Я думаю, что передом, потому что передом я лучше всего паркуюсь. Так, в общем, это... Все, друзья, хорошо, нажимаем. Теперь мы уже сдали на права, да? Теперь мы оплатим 1000. Как хорошо, что у меня есть 1000. Мы подходим к ней. Нажимаем выбор.
мы оплачиваем и все. Мы получили права на вождение. Теперь мы можем работать на работе таксиста. И там много на каких работах, там, не знаю, ну. Но главное, что у меня это есть. Это самое главное. И самое главное получить второй уровень, друзья. Я здесь новичок. У меня только первый уровень. Я очень хочу второй. Я как-то не могу его набрать почему-то. Почти. Ну, так что, друзья, на этом мой видеоролик подходит к концу. И ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну, а с вами был Ваня. Всем пока.